Тема 755. Мыло на козьем молоке. В комментариях к домашнему мыловарению одна девушка сообщила, что для большой части наших мыловаров умение варить мыло не перерастает в бизнес. Потому что цена завышена, особой технологией доморощенные мыловары не владеют, и бизнес заканчивается через полгода после его начала. А что, если продавать домашнее мыло не под девизом «оно натуральное», значит, полезное, а под девизом «оно полезное», потому что натуральное. Например, мыло на козьем молоке. Все знакомы с пользой козьего молока. Оно богато витаминами и минералами, помимо того, что легко усваивается, не содержит лактозы, поэтому на него не бывает аллергии. Поэтому мыло, сделанное на козьем молоке, полезно по умолчанию, конечно, если его не есть, а использовать наружно. А все вы должны знать, как падки сегодня женщины на все полезное, особенно для внешнего вида. Как услышат где-то, что от шампуня лошадиная сила, волосы растут с бешеной скоростью, так тут же бегут его покупать. За ценой на него они не постоят, цена для красоты не имеет значения. И если им сообщить, что мыло на козьем молоке придает их коже свежесть и молодость, каждая захочет попробовать его действие на себе. Например, когда я прочитала на сайте крымской мыловарни, домприроды.com, что помыться мылом на козьем молоке. Это все равно, что искупаться в эликсире молодости и здоровья, мне тут же захотелось его купить, я же верю написанному и сказанному, во всяком случае, пока эти слова не опровергнет личный опыт. И цена его, кстати, не заоблачная, всего 146 рублей за 100-граммовый кусочек. А откуда взялась крымская мыловарня? Явно не по госпрограмме поддержки полуострова Крым. Просто домохозяйка, наверняка, варила мыло для себя и подруг. Потом собрала вокруг себя таких же любительниц натурального мыла, и начали его варить еще и на продажу. Потом стали участвовать в разных выставках, чтобы расширить клиентскую и партнерскую базу. Сегодня у крымской мыловарни десятки партнеров в многих городах России и Украины. ЕЕ мыло продается не только через сайт, но и через множество розничных магазинов. Вот что значит серьезный подход к делу. Создатели крымской мыловарни не только научились варить мыло, создали сайт и нашли партнеров в двух странах, они еще добились получения сертификата Organic от Бюро международной сертификации в 2013 году, после 5 лет упорного варения натурального мыла. И сайт у них не номинальный, а вполне посещаемый, с неплохими показателями по всем параметрам. Причем, свое мыло они продолжают делать вручную, как дома его делают обычные домохозяйки. То есть не только в Америке могут создаваться домашние. Производство натуральной косметики. Чего не хватает российским мыловарам? Хотя для наглядного примера хочу привести вам одну американскую семью, которая начала подобный бизнес у себя в усадьбе площадью менее 1 гектара, имея поначалу всего 2 коз. Они раскрутились немного больше, чем крымская мыловарня. Примерно за такой же срок. И столкнулись с такими же трудностями, как и наши соотечественники, как они поделились в одном интервью, сварить мыло гораздо легче, чем оформить все необходимые документы. Но у них на сегодня проглядывает преимущество, которое очень характерно для американских предпринимателей и практически отсутствует у наших. Они продают не только товар, но они продают и себя. Вернее, не продают, а подают. Как соус к мясной котлете. Вроде и так сытно и полезно, но с соусом гораздо вкуснее. Эта фермерская семья не только описывает достоинства своего продукта, того же самого сваренного дома мыла на козьем молоке, но и рассказывает, из каких козочек они добывают молоко, как эти козочки растут и играют у них на ферме. У фермерской семьи,
аккаунты во всех социальных сетях, есть даже канал на YouTube, куда они тоже выкладывают видео о своей жизни на ферме. У читателя возникает ощущение, что он знает эту семью, как своих соседей. А у соседей всегда быстрее купишь, чем у заезжих коммивояжеров. Их сайт, goatmilkstuff.com, раскрутился настолько хорошо, что даже не верится, что его содержит обычная фермерская семья. Их бизнес стал развиваться настолько быстро, что первое время они испытывали трудности с удовлетворением спроса. Их склад сегодня забит продукцией, готовой к отправке. Сегодня они делают не только мыло, но и продукты из козьего молока, сыр, конфеты, печенье, бублики. Да они еще экскурсии на ферме проводят по $12 с человека. Да тут как ни крути, а все равно получается, что жизнь удалась. На видео ниже вы можете посмотреть обзор их новой фермы, площадью 36 акров, это примерно 14 гектаров, на которую они переехали, когда их бизнес начал разрастаться, там все по-английски, но и так все понятно. Живут себе на своей земле, на свежем воздухе. 8 детей, которые с детства приучаются к труду, а значит, не пропадут. Вокруг – простор. В загоне – козы. В сарайчиках – куры и кролики. Ну, просто рай какой-то. Итак, если вы хотите успешно варить мыло. 1. Варите такое мыло, которое приносит пользу здоровью и женской красоте. 2. Настройтесь на длительный процесс становления, создания сайта, оформления необходимых документов и сертификатов. 3. Рассказывайте читателям не только о своем мыле, но и о себе и своей семье. 4. Больше фото, больше видео, больше текста. 5. Продавайте не только с сайта, но и находите партнеров для продажи в реальных магазинах, посещайте местные ярмарки и прочие мероприятия, куда пускают таких рукодельников, как вы. 6. Приучайте к своему бизнесу детей, они тоже могут быть его двигателями. В случае с американской семьей именно дети познакомили главу семьи с местной тележурналисткой, которая первая взяла у них публичное интервью и сделала семью известной на всю округу. С таким подходом успех неизбежен.